Дорогие друзья, я всех приветствую. Данное видео посвящено небольшой энергетической практике, которую хорошо делать на улице, на свежем воздухе, для того, чтобы наполниться жизненной энергией, чтобы наполниться жизненной праной, чтобы наполниться солнечной энергией. Поэтому, если есть солнышко, хорошо делать ее на солнышке. Если нет солнышка, мы оборачиваемся в ту сторону, где есть это солнышко, возможно, оно скрыто за тучками. Или просто делаем на какой-нибудь большой возвышенности, там, где есть большой горизонт. В общем, там, где есть хороший большой запас праны. Итак, исходное положение. Ноги на ширине плеч. Тело у нас максимально расслаблено. Можно сделать таких небольших 3, 4 или 8 движений, когда мы поднимаемся на носочки и опускаемся на пятки и расслабляем свое тело. Хорошо. Дальше можно потрясти ручками, включить тело и на пяточках еще тоже попрыгать. Хорошо. Там можно хлопнуть в ладошки. И сейчас будет сама практика. Мы работаем руками и представляем, что наши руки – это такие большие весла, грабли, которые могут собирать ту энергию, которая есть вокруг. Мы будем проходить по базовым энергетическим центрам, начиная с головы и опускаться вниз. Тем самым мы будем представлять, что входит поток жизненной праны, жизненной энергии, солнечной энергии. Будем представлять, как будто этот поток входит. В данном случае, если мы начинаем с головы, входит в точку межброви, омывает все и выходит в области рта. То есть мы делаем такое энергетическое омывание. То есть вдох, глаза у нас закрыты. Представляем, что входит источник, энергия омывает все и выходит через тело. Тем самым мы осуществляем чистку нашего верхнего дянь-тяня, верхних чакр, как угодно можете говорить, но данная практика очень хорошо очищает. После мы сделаем небольшую историю по набору. Дальше мы переходим на грудной отдел, дальше мы переходим на паховый отдел. И, соответственно, также представляем, как энергия входит, омывает и забирает все ненужное, и руками мы также это все рассеиваем. Итак, руки у нас расслаблены, можно еще их потрясти. Делаем вдох. Глаза закрыты, представляем, что энергия входит, выдох, хорошо, вдох, можно прям 3 раза, выдох, вдох, выдох, хорошо. Дальше, опускаемся чуть ниже, область горла, вдох, выдох, вдох. Вишудха, да? Выдох. Как раз собираем энергию в точке. Вдох. Выдох. Омываем. Освобождаем. Дальше у нас грудной отдел. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Движение плавное. Представляем, что мы собираем энергию. Вдыхаем, и грудь как будто бы расширяется, расширяется шарик. Выдох. Хорошо. Опускаемся ниже. Манипура. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Дальше половая чакра. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Опускаемся еще ниже. И корневая чакра. Представляем, что у нас весь таз наполняется, весь нижний дянь-тянь наполняется энергией, омывается и также легко выходит. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Сейчас делаем такое движение, как будто зачерпываем энергию, которая у нас есть здесь, под ногами, в области земли. Делаем вдох. И через ноги энергия входит и омывает все как раз наши дянь-тяни, все наши чакры и выходит вверх. Выдох. Выходит через макушку. Вдох.
вдох. Можно делать 3, 7, 8, 21 раз, как вам удобно. Дальше. Делаем следующее движение уже сверху. Мы собираем энергию и через макушку вниз пропускаем по всем чакрам и выпускаем через ноги, через середину стопы. Вдох. Зачерпываем энергию и вниз. Через стопы опускаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Мы прочистились. Сейчас осталось только наполниться. И делаем следующее движение. У меня уже тут муравьишки покусывают. У меня уже закат. Весь день работали рабочие. Поэтому записываем видео чуть-чуть позже. Но я надеюсь, что это не помешает вашей эффективной практике. Значит, набор энергии осуществляем через точку лагун. Точка на середине ладошки. И точка на середине ступни. Сначала мы будем дышать, то есть представлять, как мы через сердечный центр делаем вдох, энергия входит через ладошку, собирается в сердце, выдох, уходит в стопы. Дальше делаем вдох через стопы, выходит через ноги. Вниз, вдыхаем через ладошки, вниз, выдыхаем через ступни, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Собираем в сердечном центре. Выдох. Хорошо. Теперь в обратном порядке. Вдыхаем через ноги. В сердечный центр. Выдох. Выпускаем через ручки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь, когда мы прогнали наши энергетические каналы, мы собираем всю энергию здесь, в груди, и представляем, что эта энергия начинает расширяться. Расширяться по всему грудному отделу, расширяться вверх, 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 и наполнять все тело. Хорошо, тело расслаблено, так только сейчас у нас наполнение. Также работаем через наши точки середины стопы и середины ладошек. Мы делаем вдох и набираем энергию только внутрь, не выпускаем ее наружу. Вдох, как мячик раздулись, вдох, как мячик раздулись, вдох, как мячик раздулись. И наша энергия может выходить за пределы всего тела. Наполняемся, наполняемся, наполняемся. Сделаем сейчас эффективных 7 дыханий. Выдыхаем внутрь. Вдох. 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 Выдыхаем внутрь. И распределяем энергию по всему телу. Чувствуем, как мы наполнились. Чувствуем себя, свое тело. Благодарим себя за данный процесс. Благодарим природу за эту прекрасную энергию. И двигаемся дальше. Друзья, такая вот простая практика. Если есть вопросы, пишите, задавайте в комментариях. Ну, а я желаю всем хорошего настроения. Увидимся.